Привет! Хочу рассказать вам одну забавную историю, в результате которой я еле-еле остался жив. Это случилось, когда я возвращался из Атланты на карте «Ходячие мертвецы». Ну, еду я, значит, на лошадке по шоссе, никого не трогаю, кругом все горит, а я на птичек гляжу, на зверушек всяких. Ну вот, впереди показались ужасные хищники. Ну, думаю, днем они не агрессивны и трогать меня не будут. И пусть они друг друга грызут. И вдруг одна из багир на меня и мою лошадку напала. Наверное, я слишком близко к ней подъехал. Ай-яй-яй, что делать? Я стал отбиваться как мог. Тут на запах крови прибежал и Балу и присоединился к Багире. Ой, вот, думаю, мне хана. Сначала они убили мою лошадку, а затем принялись и за меня. Раздели меня почти до гола, брони на меня почти не осталось. И я ничего лучшего не придумал, как спасаться бегством. И побежал, что есть мочи, быстрее пантеры. Но когда я отбежал подальше от медведя, я сосредоточился и обернулся, чтобы дать достойный отпор хищнику. Вот такой у меня был видос. Я нашел в себе силы и решил вернуться отомстить. Вот так. От моей лошадки осталось одно седло. Вот и вся история. Всем привет. Я пойду искать новые приключения.